Центральной районной библиотеки одним клубом по интересам стало больше. Инициатором нового проекта под названием «Подсолнух» стала видновчанка Марина Малова. Она всегда занималась творчеством и любила рисовать. А находясь в декретном отпуске, решила объединить таких же молодых мам в скетч-клуб. Сдавался он буквально на коленках дома. Идея пришла моментально. И, собственно, как только я выложила в интернет запрос «Ребята, кто хочет прийти порисовать», буквально в течение некоторого времени подтянулось очень много людей. Среди тех, кто откликнулся, была Марина Андрианова, заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки. Так была найдена площадка для реализации задуманного. Теперь по выходным дням можно собираться вместе и посвящать время скетчингу. Если люди захотят собираться каждую неделю, мы будем собираться каждую неделю. Если захотят раз в месяц, пока раз в месяц. Потом как пойдет. Если нас будет больше, мы можем даже разделить это на какие-то группы, да, может быть, возрастные. Посмотрим. Скетчинг – это техника быстрого рисунка, с помощью которой можно передать эмоции и атмосферу изображаемого объекта. Достаточно взять так называемый референс, фотографию, и по ее образу и подобию передать на бумагу свое видение. А помогут в этом профессиональные дизайнеры, выпускницы Московского регионального социально-экономического института. Нужно потихонечку развивать мышление через руку. Это очень важно. Мы будем заниматься еще набросками, еще заниматься скетчем, помимо акварели. Вот. И будем потихонечку достигать желаемых результатов, потому что девочки уже наметили себе планы, хотят максимально развиться. Я думаю, что у нас все получится. Познакомившись, участники скетч-клуба начали первое занятие с рисунка акварелью, так как эта техника одна из самых сложных. Если освоить ее, проблем с остальным возникнуть не должно. Да, есть люди, которые не умеют рисовать, но всегда хотели. К нам тоже очень много приходит людей, которые говорят: мы всегда хотели рисовать, но надо было зарабатывать деньги. И мы поэтому пошли на какую-нибудь там экономическую специальность или еще куда-нибудь. Но нам так хочется рисовать. Мы их зовем, приглашаем к нам, пожалуйста. Всю информацию о скетч-клубе и времени занятий можно найти на странице проекта в Инстаграме «Подсолнух скетч». Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.